Здравствуйте, с вами Небесная Лиса. Сегодня я расскажу про колоду «Волшебное сновидение». Это очень прекрасная колода, вот такая красивая коробочка. Она подходит на разные темы, то есть можно смотреть абсолютно разные там вопросы задавать. Вот такая красивая рисовка. Это нарисовано, как я понимаю, акварелью. Вот, очень красивенько. Вот такая красивая коробочка, тоже акварелью нарисована. Волшебное сновидение. Вот. Думаю, многим она подойдет. И очень интересная при этом. Вот такая необычная колода.